Всем привет, друзья! С вами Пашред, и сегодня на обзоре у нас вот такая вот необычная миниатюрная походная гитара, которая сломал. Да нет, друзья, она же складная, и вы можете убрать ее даже в рюкзак. Довольно необычная разработка, наша отечественная компания производит. Сзади есть специальный вот такой вот винтик, который закрепляет гриф, и вы его, собственно, закручиваете, и после этого гриф уже никуда не девается, крепко держится. Ну, собственно, даже если винт откручен, то вы можете все равно не переживать, то есть она так легко не сложится, то есть нужно прям приложить усилия, и тогда гриф поворачивается, струны вот таким образом повисают, и вы можете там убрать гитару в рюкзак, который, кстати, идет в комплекте. Вот так выглядит рюкзак для этой гитары, такой очень стильный, плотный, и гитара туда, ну, прям четко помещается. Ну, собственно, вот рюкзак закрылся, и гитара находится внутри. В принципе, вот этот складной-раскладной механизм, это основная фишка этой гитары, запатентовано, написано вот в России сделано, какая-то уникальная технология. Ну и, собственно, главный вопрос, строит ли гитара после того, как ее сложили. То есть, в принципе, ничего практически не меняется после того, как вы ее сложили, вы просто обратно распрямляете, и струны встают на свое прежнее место. Конечно, не всегда прямо оно точно, то есть где-то приходится немножко подстроить. Ну вот, только третья струна расстроилась. Корпус гитары сделан из ольхи, гриф кленовый с кленовой накладкой, очень такой приятный на ощупь, гладенький, очень удобно играть. Материал корпуса такой не скользящий, то есть если упереть руку, то рука стоит довольно уверенно, не соскальзывает. Как и на других тревел-гитарах, конечно, надо привыкать к габаритам, то есть она прям маленькая. Поэтому, если вы, например, ставите ее на правую ногу, она оказывается у вас гораздо ниже, чем обычная гитара. Поэтому приходится что-то придумывать, какую-то подставку, либо как-то ногу поднимать, ногу на ногу. Вот. Мне нравится вот это место, где крепление для ремня, упирать просто в основание правой ноги и класть гитару на себя. Сверху правой рукой мы гитару фиксируем, и таким образом она, ну, в принципе, держится. То есть можно что-то поиграть, и гитара никуда не уползает. Если ставить на левую ногу то же самое, приходится повыше делать подставку, либо как-то тоже ногу на ногу класть, чтобы гитара была в привычном для вас положении. На грифе у нас 22 лада, мензура 24-75, ну, практически лесполовская мензура. По толщине гриф напоминает Fender Stratocaster, такой очень удобный, стандартный гриф. По элементам управления у нас только одна ручка громкости, которая регулирует один хамбакер, ну и, собственно, гнездо для подключения гитары. Также на гитаре есть топ-лок, который запирает струны сверху. Это прям как вот на гитарах с Floyd Rose. Очень такая надежная штука, потому что на безголовых гитарах бывает такая проблема, что струны просто ты делаешь подтяжку, и из-за того, что крепится это простым там шестигранником и винтиком, оно прям, ну, вылетает. А здесь прям такая плотная платформа, которая придавливает, и это прям мега круто. Как вы видите, здесь как раз у нас идут струны, головки, и с другой стороны они закрепляются. Ну, на самом деле такая довольно хитрая, непонятная система. Как это работает, надо
проверять. Но, собственно, мне что понравилось, то, что крутилки, которые крутят, ну, натягивают струны, они находятся вот здесь вот сверху, а не сбоку, как обычно у гитар такого типа. И это прям очень удобно, потому что ты просто, ну, не выворачиваешь руку, чтобы подлезть и струну натянуть. Ну и также на крутилках есть такие, как прорези, то есть ты можешь просто медиатор вставить, если пальцы не хочется ломать, неудобно, просто медиатор вставил и повернул, то есть тоже достаточно удобная тема. Ну и также сверху есть гнездо для анкера, чтобы можно было гриф подрегулировать. Цвет у гитары можно выбирать, то есть стандартно это просто дерево с текстурой, но вот здесь гитара получается покрашена в такой апельсиновый или морковный цвет. Ну, более подробные характеристики я оставлю в описании, а сейчас давайте посмотрим, как эта гитара звучит при разных настройках звука. Вам звучание, дизайн и самая главная фишка этой гитары, что ее можно складывать и раскладывать. Напишите свое мнение в комментариях. Ну и огромное спасибо компании EasyFold за то, что предоставили эту гитару на сегодняшний обзор. Ссылочку на нее я оставлю в описании и первом закрепленном комментарии. Подписывайтесь на канал, смотрите другие видосы и до встречи в новых роликах.